Ну, изначально мне просто хотелось поучаствовать в «Магии мод». Знала, что есть такой конкурс, что он существует, что это между... что всероссийский конкурс. Мне просто хотелось там поучаствовать. Ну, и потом мне в голову приходила масса идей. Я что-то... какие-то эскизы делала, но в итоге пришла к этому. В коллекции... Коллекция заключается в том, что у нас все такое в рюшечках, все такое миленькое, но в то же время у нас жесткие ремни, ну, такие кожаные, и бижутерия. То есть парадоксальные иллюзии. Хочется во всем необычном создать что-то носимое. То есть я думаю, что любая коллекция, даже какой-то этнический, допустим, эксперимент, все должно быть какие-то варианты, чтобы можно было эту вещь одеть. 7 номинаций. Значит, номинации для дебюта. Те, кто первый раз делает первые шаги, это мусорный шок и эксперименты. Потом для тех студенты и специалисты, которые уже имеют опыт в подобных конкурсах, они выставляются в номинациях «Стиль большого города», «Белый лист», «Этностиль», «Аксессуары» и «Авангард».